Среди рассмотренных депутатами вопросов были приняты решения по следующим наиболее важным для жизни города. Так, рассмотрев документы, предоставленные администрацией города, и учитывая рекомендации Постоянной комиссии по планово-бюджетной деятельности, депутаты решили внести изменения в бюджет муниципального образования. Также депутатами было принято решение утвердить ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр нежилого фонда в размере 736 рублей. Решением 371 депутаты приняли изменения в положение о Комитете по культуре, спорту и молодежной политике, возложив на Комитет имущественных и земельных отношений полномочия собственника имущества Комитета. Депутаты внесли изменения в правила благоустройства муниципального образования в части особенных требований к доступности городской среды для пожилых людей и инвалидов, чтобы обеспечить их всеми средствами для свободного передвижения. Решением 363 досрочно прекращены полномочия депутата Анатолия Ивановича Ефимова в связи со смертью. Все решения городского совета опубликованы в газете «Десна».